искусству кино вышли две части моего нового романа сочинителя. И я думаю, что вот эти ребята успели их прочитать. Там описывается, как 8 человек, партийный секретарь, бывший комсомолец, гэбист, генерал, в общем, вся эта команда примерно, решают организовать покушение на Горбачева, устранить его с арены любым путем, то ли напугав, то ли убив. И им это, в общем, удается. Но дело в том, что вышел только 7-8 номер искусства кино, где это все описано. Ну, параллельно с «Большой любовью». А 9 номер искусства кино, где окончание романа, еще не вышел, и они же ведь могут приостановить его выход. Тогда они не узнают, чем это все кончилось для них. Москва. 8 утра. Последними закончили работу журналисты радиостанции «Эхо Москвы». Сотрудников выгнали из студии и отключили аппаратуру. Радио и телевидение в руках ГКЧП. Новая власть, опирающаяся на армию МВД и КГБ, решила, кажется, довести перестройку до логического завершения, полностью демократизировав ситуацию в стране. 10 утра. Леонид Кравченко проводит летучку, в спешке возвещая о переменах, удививших и шокировавших. На съемки выезжает только программа «Время». В Останкино – десант. Люди подавлены. Новая власть, переворот, о котором так долго говорили, кто в шутку, а кто с угрозой, свершился. Неужели? На 6-м году перестройки. Игры в демократию кончились. Почему вы уезжаете? Нет, я снимаю картины. Раз. Во-вторых, у меня родилась дочка. Я боюсь. Я уезжаю, потому что я боюсь. И меня всегда обвиняли в том, что я далек от политики. Или что я не с правыми, не с левыми, что называется. Я действительно считаю, что мне не хватает, может быть, партийности любой. Левый, правый, консервативный. Для того, чтобы примкнуть к какому-то лагерю. Но с точки зрения гуманности, я вижу, что есть какие-то законы, которые нарушать можно только в крайних случаях. По-моему, этот крайний случай еще не наступил. Русский народ осознал необходимость продолжения перестройки и осознал необходимость осуществления экономических реформ. Драма России заключалась в том, что русские люди на сегодняшний день не готовы были объединиться для того, чтобы эти реформы проводить. Раскол среди демократов катастрофический. Еще Лев Толстой написал, почему плохие люди всего мира так легко объединяются. Вот то же самое сделать хорошим. Горбачев, которого так долго ругали, критиковали слева и справа, и который, кажется, начинал тогда еще, в 85-м, почему-то больше не президент. Нет, президент. Плохой или хороший, но законный. 10 часов. Рязанское шоссе, БТРы. Киевское шоссе, танки. Взято под охрану Министерства обороны и зачем-то окружен Большой театр. Уверен, что в стране будет наведен порядок, и те товарищи, которые вошли в чрезвычайное положение, наведут порядок. Состав ГКЧП СССР состоит из действующих министров. Там нет ни одного человека, который был бы со стороны, внезапно, из подполья, из тени. Поэтому, как юрист, международник, я это квалифицирую полностью как законную власть, соответствующую и нормам внутреннего национального законодательства и международного права.
Скажите, как вы можете охарактеризовать тех людей, которые говорят о событиях последних двух дней, что это путч или переворот военный? Это государственные преступники. Всех, кто так говорит, их можно привлекать к административной, в перспективе и к уголовной ответственности. Потому что это в очередной раз клевета на законную власть. Это те же самые люди, которые кричали месяц назад «Долой Горбачева». Они кричали. А теперь они кричат «Да здравствует Горбачев, долой, так сказать, Янаева» или, допустим, «Долой новое руководство». Это отбросы общества. Понимают? Они не знают, что такое закон, не понимают, значит, те сложности, которые имеются в нашем обществе. Это люди, которые таким образом себя самоутверждают. Просто. Они и царя кричали «Долой», и Керенского «Долой», и большевиков «Долой», и Горбачева «Долой», и Ельцина будут кричать «Долой». Они – это постоянно сброд внизу, который всегда себя самоутверждает через разрушение. В 11 часов Ельцин, развеявший появлением своим слухи об аресте, дозвонился до Украины. На Краснопресненской набережной начинается манифестация. Люди перед Моссоветом. Уже известно о роспуске Совета Безопасности. Связи с Горбачевым, кажется, нет. Даже у аппарата президента. Указ. Считать объявление комитета антиконституционным и квалифицировать действия его организаторов как государственный переворот, являющийся ничем иным, как государственным преступлением. Все решения, принимаемые от имени так называемого комитета по чрезвычайному положению, считать незаконными и не имеющими силы на территории РСФСР. На территории Российской Федерации действует законоизбранная власть в лице президента, Верховного Совета и председателя Совета Министров, всех государственных и местных органов власти и управления РСФСР. Москва, Кремль, Борис Ельцин. 12 часов. Закрытое заседание Моссовета. Депутаты по просьбе Ельцина уводят людей к Белому дому, где через час начнется экстренное заседание Президиума Верховного Совета. Оглашен призыв к всероссийской стачке. И уже через 3 часа ее начнет Кузбасс. Забастует Кировский завод в Ленинграде. Сегодня праздник, преображение Господне. Всех вас и поздравляю с праздником. А как я сам монах, поэтому я в политику не лезу. Насколько монашество выше, как небо выше земли, настолько монашество выше всех этих страстей. Хороший праздник сегодня. Что заслужили? Россия стоит. Наш последний шанс. Ведь завтра все может быть так, как вчера. Как много лет назад. Им не верят. Не верят Янаеву, Павлову, Пуга и Язову. Обступив здание Верховного Совета, люди грудью закрыли его от танков. А они уже здесь. 13:30. В Таллине закрыты морские порты. В Москве у Кремля танки. ГКЧП грозит взять под охрану Белый дом. Но танки не движутся. Солдаты, читая обращение к народу, подписанное действительным и законным руководством России, остановились. Горстка политических авантюристов объявила себя верховной властью, вошла в антиконституционный сговор, совершив тем самым тягчайшее государственное преступление. Изменив народу, отчизне, конституции, эти должностные лица поставили себя вне закона. Демократические перемены, которые наш народ добился за последние 5 лет, растоптаны. В одну ночь уничтожена свобода слова, свобода шествий и демонстраций, законное право граждан выражать свое мнение и отстаивать свою гражданскую позицию. На сегодняшний день приказ вице-президента страны, являющегося сейчас в составе Государственного комитета, это законная власть, вице-президент страны. А приказ президента РСФСР не является для вас законным? Приказ поступает... Приказ президента России, я подчеркиваю, Государственного комитета по чрезвычайному положению. Президента России будет приказ соответствующий, войска уйдут там, где надлежит быть в казарме. Около 4 часов. С Тихино начался митинг Демократической России. Продолжается дождь, сумрачно и мрачно. Неуютно. Танки. ГКЧП любезно информирует о закрытии всех газет, не разделяющих точку зрения новой власти. А люди все больше душевные попадаются. Писал в свое время товарищ Сухов любезной жене своей Катерине Матвеевне.
в белом солнце пустыни. Я полагаю, что Михаил Сергеевич Горбачев сделал неизмеримо много для того, чтобы те процессы демократические, которые начались в стране в 1985 году, это человек, который заслуживает всяческого уважения, а извините, не расследования. Он не государственный преступник, это человек, который сделал все для того, чтобы мы встали вот на этот демократический путь. Мы на этом пути сумеем добиться многого. Ну, а если говорить о каких-то конкретных путях, то думаю, что уже себя, скажем, во многих городах, более чем в 500 городах, оправдали такие методы, как совместное патрулирование. Я тоже, естественно, не мог отказаться в эту трудную минуту для крестьянства от участия в работе комитета. Забота о трудящихся пронизывала всю презентацию новых хозяев Кремля. Мы должны возродить наши связи с общественностью, сказал товарищ Пуга, видимо, имея в виду связи с народом своего предшественника Лаврентия Павловича. Горжусь тем, что я являюсь членом Центрального комитета КПСС. Товарищ Янаев, наряду с традиционным чувством законной гордости, также выразил надежду. Я надеюсь, что мой друг, президент Горбачев, будет в строю, и мы будем еще вместе работать. Если бывший президент, несмотря на лечение ГКЧП, все-таки выздоровеет. Сегодня ночью вы совершили государственный переворот. И какое из сравнений вам кажется более корректным, с 17-м или 64-м годом? Уверены ли вы, а если уверены, то на чем основана ваша уверенность, что все реформы, которых сегодня мы все слышали, миллионы советских людей, они будут поддержаны народом? Ведь в противном случае вы окажетесь полководцем без армии. Учитывая формулировки вашего коммюнике, запрашивали ли вы совета у генерала Пиночета? Несмотря на злобные выпады некоторых журналистов, ГКЧП сохранил присутствие духа и уверенность в завтрашнем дне. По мнению новых руководителей страны, дрожь в руках и насморк не являются препятствием к осуществлению заботы о судьбах трудящихся. Но как обидно так долго терпеть, ждать, разочаровываться и верить, спорить и надеяться, и не дождаться одного дня. 20-го должен был быть открыт подписанию союзный договор. Не хватило 24 часов. А в Каунасе захвачен телецентр и междугородняя телефонная станция. В 11 вечера в Вильнюс войдет сотни легких танков. В Литве привыкли уже ко всему. А в Москве появился уже свой комендант, генерал-полковник Калинин. Танки прошли по Садовому кольцу. В Белом доме Ельцин собрал депутатов, всех российских. У здания тысячи людей. Уже известно, что многие здесь останутся на ночь, будут жечь костры и готовить пищу. Так было в Риге в январе. Измученная Прибалтика, терзаемая головорезами из ОМОНа, не будет спать и в эту ночь. В Риге будет первая жертва этого путча. 30-летний Янис Салмиш, водитель. Погибнет он при захвате ОМОНом здания МВД. Министра Вазниса ОМОН вышвырнет на улицу. А БТР окружит телецентр, столкнувшись при движении с пассажирским мини-автобусом. Есть раненые. В городе стрельба. Пока только в этом городе. В Москве темнеет. Объявлено о созыве чрезвычайной сессии российского парламента. 21 августа. Союзный соберется 26-го. 19.00. Ельцин выступил перед народом. В Белом доме своего рода штаб, регулярное дежурство и ежечасные выступления депутатов. Вы будете выполнять постановление Государственного комитета, вновь образованного, или президента России? У нас есть свое командование. Мы выполняем приказ своего командования. А что будет дальше? Что будет дальше? Все будет зависеть от народа. Армия здесь бессильна что-либо сделать. Она может, в частности, вот, захватить, что-то сделать, а в целом она ничего не решает. Ну, вы, как военный человек, прекрасно понимаете, что, в общем-то, сил даже одного бронетанкового батальона недостаточно, элементарно, если появятся вертолеты. И, тем не менее, вы будете защищать это здание? Ну, во-первых, я не думаю, что будет такая ситуация, потому что
даже этот комитет, люди там не глупые. Даже у них все стоит на карте, это понятно, в данный момент. Но от того, прольется здесь кровь или нет, зависит их вообще жизнь. Первые хорошие новости начнутся около 8 часов вечера. 10 танков Таманской дивизии перейдут на сторону Ельцина. Имя майора Евдокимова у всех на устах. Псковская дивизия, 20 БТРов и 600 человек десанта. Они решили защищать не чрезвычайный комитет, а российское правительство. А рядом люди. Ночью их будет здесь около 15 тысяч. Так же, как и в Вильнюсе, где в час ночи будет срочно ратифицирован договор Литвы с Россией. В Риге, где внутренними войсками захвачено уже здание Народного фронта и школы милиции. Выступил Горбунов. Ельцин помог нам в январе, сказал он, мы не оставим Россию сейчас. Лидер латышских коммунистов Рубикс потребовал смертной казни депутатов парламента. ОМОН устроил ночной дебош в телецентре. Схваченный и сбит Подниец. Баррикады не спасли Ригу. В Москве баррикады еще стоят. Стоят люди. И каким-то чудом вышел номер газеты «Куранты». Вечером. В 10. Полусамодельная любительская радиостанция заработала в Белом доме. Несмотря ни на что. Радио «Тройка», Антон, Радио России. Внимание всем радиолюбителям Советского Союза. На этой частоте мы будем сообщать и передавать правительственные сообщения правительства России. Добрым утром, уважаемые товарищи москвичи, уважаемые наши защитники. Я не ошибся, говоря о добром утре, ибо мы с вами доживаем сутки в условиях переворота, и то, что было задумано с самого начала, ликвидировать все, что есть прогрессивно в Белом доме, не состоялось именно благодаря поддержке вашей, поддержке москвичей, всех граждан, всех россиян. Мы понимаем, как вам тяжело провести было бессонную холодную ночь. Мы слышали, мы чувствовали вас, мы были вместе с вами. Сейчас подходит время, и вы, безусловно, беспокоитесь о грядущем дне. Мы считаем, и от имени правительства я заявляю, что пройденный сегодняшний отрезок времени, это движение к лучшему, вы заслужили, чтобы считать это боевым рабочим днем, и мы поручаем, я поручаю, как глава российского правительства, всем тем, кто принял участие в защите в эту ночь, руководители предприятий, организаций, всех фабрик, заводов, учреждений, институтов, засчитали вам это рабочим днем и уплатили в двойном размере. В то же время нельзя ни на минуту ослаблять внимание, нельзя ни на минуту ослаблять защиты Дома Союзов, Дома Советов. Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемые москвичи, быть на месте здесь около нас до 9 часов, к тому времени, когда подойдет свежая смена, новая смена, свежие силы, и мы продолжим отстаивать начатое дело, защиту демократических преобразований. БТРы окружили редакцию литературной газеты. А в Питере, где есть опыт революционной борьбы, газеты выйдут. Несмотря на танки в Гатчине и Пушкине, люди вышли на Дворцовую. ОМОН присягнул Ленсовету, и типографии не попали в руки военного аппарата. Техники в городе вроде бы нет, зато хватает ее в Москве. Несколько танков, правда, ушли под российским флагом, но многие и остались. На завтра намечен штурм Белого дома. Но это завтра, наверное. А может и нет. Кто сейчас это знает? Мы ждем, не уходим. Мы вместе. Я не мог бороться с ощущением, что я должен быть здесь. И поэтому я должен был, в общем, привести свои дела в порядок за одну ночь. Я их привел в полный порядок и уехал под секретом от своей семьи. Сюда приехал. Но я привел все дела в порядок, так что если что-то со мной случилось, я бы уже знал, что у меня распоряжения отданы все дома. Скажите, если бы у вас предоставилась возможность выступить перед многомиллионной советской аудиторией, что бы вы сказали сейчас людям? Я бы сказал, что я горжусь за свою страну. И это со мной, к сожалению, не бывало часто.
потому что я знал, что эта страна изгнала таких людей, как... Я прошу прощения, давайте договорим быстро лишь. Простите, там, по всей видимости, начинает штурм здания, но я вас хочу дослушать. Да. Ну вот я хочу сказать, что в конечном счете, я когда было... Да. Сейчас в районе 8-го подъезда, поступила информация, что двигаются танки. По информации комитета обороны, танки не двигаются, никаких передвижений войск сейчас не наблюдается. Информация поступила из достоверных источников, поэтому, пожалуйста, соблюдайте спокойствие и бдительность. Ну, информация для тех, кто находится у 8-го подъезда. Бдительность с нами, мы недалеко от 8-го. Ну вот. Ну это секрет. Да. Дело в том, что когда я был изгнан из своей родины, вы знаете, я должен сказать откровенно, я был поражен, как мало людей, в общем, меня поддержали здесь, на родине. Мои даже ученики, когда были организованы собрания в Московской консерватории, говорили, что они чувствуют себя покрытые позором, что они у меня занимались. Вы знаете, это оставляет след. Все это, конечно, делало такую ржавчину на сердце, что думал и с любовью, и со слезами, понимаете, со слезами, ну, страдания за свою страну. И вот сегодняшняя ночь, вчерашняя ночь, которую я видел, это вернуло мне веру по-настоящему в людей, которые, как, в народ, который дал, вот как я уже говорил, и Прокофьева, и Шостаковича, и Пушкина, и Лермонтова, и Достоевского. И я, эта ночь для меня была очень значительной ночью. И я счастлив, что я сюда приехал. И я счастлив, что я провел эту ночь в Белом доме. И я счастлив, что даже... Ну, не будем скрывать, я приготовился к тому, что я могу и не вернуться. Правда? Вот, то есть я видел это. И я ничего не боялся, потому что, вы знаете, существует вера в Бога. И свой путь должен пройти, и пройти его с честью. И я вижу, что люди, которые пришли и стояли здесь во дворе, вокруг этого дома, они с честью провели свою жизнь, проводят свою жизнь. И я горд за свою страну, сегодня как никогда. А мне ее противно держать. Ну, к черту, я не хочу делать. Скажите, пожалуйста, вот этот инструмент и виолончель имеют что-то общее? Вы знаете, нет, имеют что-то противоположное. Мне кажется, что виолончель дает жизнь, а это отнимает. Потому что противоположное имеет. Правда, вы знаете, когда нужно сказать тоже, что нужно быть реалистом. И тогда, когда в жизни есть такие люди, которые вот шесть физиономий, которые я вижу, которые меня преследуют все время, да, просто визуально преследуют, когда, то, ну, и они посылают танки на народ, тогда, конечно, нам нужно тоже научиться как-то этому отвечать. Но нужно добиться того, чтобы эти люди не имели возможности посылать танки. Вот это то, к чему мы должны все стремиться. И должны все чувствовать, что эта опасность еще существует. И я еще раз повторяю, что опасность будет существовать до тех пор, пока коммунисты будут пытаться продолжать строить свой эксперимент на самых идиотских античеловеческих лозунгах. Мы находимся в радиорубке радиостанции так называемого Белого дома. Это здание Верховного Совета России. Как видите, все лица, которые сидят за этим стеклом и которые сейчас вещают прямой эфир для людей, собравшихся вокруг Белого дома, вам знакомы это Виктор Ярошенко, Никита Михалков, Александр Любимов, Александр Политковский. Здесь, в этой радиорубке, сегодня перебывало множество людей. Это не только народные депутаты, но и деятели культуры, науки, которые выражают свой взгляд на происходящее в нашей стране уже в течение 2 дней. Никита Сергеевич, что вас заставило прийти сюда сегодня? Ну, меня ничего не заставило прийти сюда. Я пришел сюда сам. Я пришел сюда как русский человек, как гражданин и как советник премьер-министра по вопросам культуры и связи с зарубежными странами. Что вы сейчас сказали в обращении к тем людям, которые окружают это здание? Здесь было плохо слышно. Вы понимаете, я попытался сказать, что те, кто меня знают, знают, что я никогда не был ни крайним, ни левым, ни правым. Я никогда не выступал
на митингах и считаю, что каждый человек должен делать свое дело на своем месте. Слишком много наговорено в стране, чтобы еще добавлять к этим разговорам и свои слова. Но сегодня я здесь, потому что я считаю, что да, в стране происходит безобразие, да, нужно наводить порядок, да, развалена экономика, да, действительно, абсолютно пошлость завладела экраном, телевидением во многих программах, радио, театром, кино и так далее, и так далее, и так далее. Да, полное непонимание слова демократия, потому что демократия понимается превратно, понимается как вседозволенность, как можно делать все, это демократия. Можно назвать начальника дураком только потому, что он начальник, а не потому, что он по-настоящему дурак. А если он дурак и твой начальник, то ты сам не умнее его, раз ты его выбрал, чтобы он стал начальником. Да, нужно наводить порядок, но кому и как? Вот это вопрос серьезный. Я считаю, что если русские люди, если россияне, куда входят не только русские люди, а россияне, вот по этому огромному разбросанному пространству, которое ироничными людьми сейчас называется в особо крупных размерах без определенных занятий. Вот чтобы нам перестать быть в особо крупных размерах без определенных занятий неким абстрактным образом, мы должны сейчас абсолютно сознательно для себя решить, дадим мы право обращаться с собой так или не дадим? Есть у нас самосознание национальное или нет? Дадим мы возможность обращаться с нами с позиции силы, как это было многие годы? Дадим ли мы опять считать, что история нашей страны началась с 17-го года, а не раньше? Потому что чем виноваты Толстой, Пушкин, Дмитрий Донской? Чем они виноваты, что они не знали ни Карла Маркса, ни Ленина? Разве в этом, разве только с этого момента, когда появилась коммунистическая партия, возникло понимание того, что такое истинное самосознание национальное? Я считаю, что нет. Москва, 20 августа, второй день переворота. На улицах по-прежнему танки, БТРы. Заметно увеличилось число баррикад. В двух местах автобусами, грузовиками и тем, что попалось под руку, перекрыт Калининский проспект. Значительно выше и прочнее, по сравнению со вчерашним днем, стали заграждения у Белого дома. На лицах прохожих напряженность и тревога, которую творцы чрезвычайного положения пытаются выдать за вздох облегчения. На смену страху и растерянности пришла апатия. Но, к счастью, это не сказывается на политической активности россиян. Люди будут бороться. Люди верят российскому правительству. Именно поэтому вторые сутки возле здания парламента России стоят баррикады. Я сказал о том, что бессмыслен этот путч, тем более под руководством Пуга, Язова, Крючкова и тем более Янаева. Я их всех знаю по комсомольской работе в Главном военно-политическом управлении. Я работал с 1973 по 1979 год. И знаю, кто такой Борис Карлович Пуга, комсомольский функционер, у которого никогда ни одна комсомольская стройка не получалась, потому что все разбегались, комсомольцы, есть было нечего. Знаю, кто такой товарищ Янаев, председатель комитета молодежных организаций. Я знаю, как они пикировали, скажем, с Пастуховым, тогдашним старем, первым ЦК ВЛКСМ. То есть я знаю их лично. И когда мне сказали, что Янаев Гена стал руководителем путча, я, конечно, очень долго смеялся, потому что ну, то таких людей сегодня ставить, это счастье не видать. Ну и рассказал этим ребятам КГБ, я говорю, а кто ваш Крючков? Кто же комсомольский функционер? Они комсомольский путч обязательно свой провалят, не получится, так же, как стройки. То есть у них это неизбежно, то есть это невозможно. Эти люди авторитета никакого, на кого они опираться могут? Только на Совет ветеранов войны и труда. Но что он из себя представляет, по-моему, это все те, кто уже дачи себе построили. Ну какие от них работники? К полудню действительно стало немного легче. По городу расклеены листовки, информирующие граждан о распоряжениях российского руководства. Появились сообщения, правда разноречивые, что здание российского парламента взяли под охрану 10 танков Таманской дивизии под командованием майора Евдокимова, а Тульская под российскими флагами покидает город. Ребят, какая вы дивизия? Тульская. В какую сторону вы сейчас направляетесь? Мы туда прямо поедем. Куда? На выезд из Москвы. А вы сейчас у российского парламента стояли? Да. Как выяснилось, слухи о задержании Георгия Шахназарова, первого помощника президента Горбачева, сильно преувеличены, о чем он и сообщил депутатам российского парламента.
Кроме того, как считает Георгий Шахназаров, знающий каждого из чипистов лично, они вряд ли прибегнут к физическому устранению президента. Я не верю, что они пойдут на это. Это мое убеждение. Хорошо. Идеалист, но я не верю. Хорошо, тогда такой вопрос. А вот как вы вообще объясните их, если вы их знаете, как вы сказали, очень хорошо, мотивацию вот этого всего ЧК ГП? Вот понимаете, какая вещь? Ведь я начал как раз это свое выступление, что в стране ситуация действительно чрезвычайная. И действительно очень много людей, которые считают, что нужен порядок любой ценой. Кто бы ни пришел, как бы ни навести порядок, лишь бы был порядок. Я думаю, они приняли вот это вот решение, ошибочно оценив обстановку. Они все еще полагали, что эту страну можно привести в порядок путем вот таких вот сворачиваний демократического процесса. На самом деле, надо наоборот идти только вперед. Спасение впереди, а не позади. Перспективы. Перспективы лично президента Горбачева на возвращение в свое законное место и перспективы с этими 8 деятелями комитета по чрезвычайному положению, на ваш взгляд? Вы знаете, я уже говорил о том, что вот эта попытка введения чрезвычайного положения в такой форме, она уже принесла колоссальный ущерб в стране по всем позициям. Но, как говорят, ниоткуда без добра. И это я имею в виду то, что, может быть, и общественность, в том числе демократическая, лучше поймет, какую огромную роль играл центр, играл Горбачев, как президент страны, который гарантировал развитие демократического процесса при всех недостатках, ошибках, которые при этом были. Вы верите в то, что он займет президентское свое кресло? Безусловно, конечно. Я считаю, что его возможности отнюдь не исчерпаны. Тем более, что если все пойдет как надо, то я бы на месте товарищей, которые организовали все эти мероприятия... Людям, собравшимся для защиты своей законной власти, зачитано обращение Ельцина, Рудского, Силаева и Хизбулатова Лукьянову. В связи с неконституционными действиями, предпринятыми группой лиц, именующих себя советским руководством, считаем необходимым незамедлительно осуществить следующие действия. В заявлении содержится требование в течение 24 часов обеспечить встречу с президентом Горбачевым, к встрече привлечь Янаева, провести медицинскую экспертизу состояния здоровья Горбачева с участием экспертов Международной ассоциации здравоохранения, вывести войска из Москвы. В 13:45 вышла в эфир независимая радиостанция «Эхо Москвы». В середине дня у Белого дома обстановка была спокойной. Создавалось впечатление, что чаша весов склоняется в пользу справедливости. Как вы могли бы прокомментировать экономические аспекты того выступления, которое было сделано от имени советского руководства нового? Мы проанализировали эту ситуацию, в смысле и само заявление, и предлагаемую программу, которую изложено вот в этих во всех декретах и заявлениях. Анализировали ее всем коллективом, центром, в котором мы теперь работаем. И вот что мы постановили, я могу это прямо зачитать. Мы считаем своим долгом заявить, что меры, которые члены ГКЧП предполагают предпринять в экономике, являются в основе своей бессмысленными и дилетантскими, и потому, как и ранее, неотвратимо будут вести к разрастанию кризису, к финансовой и экономической катастрофе, окончательному обнищанию людей. Мы за союз, за единое экономическое пространство, за экономический договор. Но считали и считаем, что достижение всех этих непременных атрибутов рыночной экономики возможно лишь на основе заинтересованности и добровольности. Вот почему мы упорно предлагали экономические программы взамен чрезвычайного положения. Теперь ясно, кто и ради чего торпедировал эти программы. Заявленная ГКЧП программа действий не только утопична в политической части, не только смехотворна в экономической сфере, но и вредна. Главный ее вред в том, что философия чрезвычайников в недопущении подписания союзного договора. И на этой почве прямое столкновение с руководством 9 республик, а также насилие по отношению еще к 6 республикам приведет к крайне тяжелым последствиям. Разговоры, призывы и заклинания относительно дисциплины и порядка, а также никчемные подачки в виде снижения каких-то цен и повышения кому-то заработной платы, смешные поручения правительству в недельный срок разобраться с продовольствием, ни одна из серьезных
действительно важных экономических проблем даже не заявлено к решению. Следовательно, ничего кроме усиления смуты, противостояния, конфронтации, экономической разрухи это не принесет. Ответственность за тяжелейшую работу по выходу из той политической, экономической, международной, межреспубликанской, межнациональной ситуации, в которую мы попали в результате переворота 19 августа, придется брать уже полностью на себя демократическим силам страны. Однако к вечеру положение заметно ухудшилось. Поползли слухи, что Янаев подписал приказ об аресте российского руководства, а штурм здания назначен на 9 часов вечера. По внутреннему радио Верховного Совета России передается рекомендация всем женщинам покинуть здание и прилегающую к нему территорию. Эхо Москвы передает призыв российского руководства к гражданам встать на защиту парламента. Они должны сегодня спровоцировать несколько столкновений. По крайней мере, вчера мы нам уже, или сегодня, вернее, ночью, я уж спутал день. Сегодня 20 число. Да, потому что у нас нет ни секунды, ни сна, сейчас ничего. Сегодня ночью к нам как раз приходили врачи и сказали, что готовится и в Склифосовского институте, и в других больницах специальное отделение реанимационное, куда должны укладывать людей с газовым отравлением. То есть они готовят там черемуху и так далее. Вы видите колонны машин, наполненных боеприпасами. Они пригнали солдат, Кантемировскую дивизию, другие, которые набиты снарядами, набиты патронами, но оказывается людям забыли, в 4 часа ночи их подняли по тревоге, забыли дать даже сухой паек. И вот пришлось российскому правительству распорядиться, чтобы этих солдат кормили, и мы их кормили как раз. Эхо Москвы передает призыв российского руководства к гражданам встать на защиту парламента. Число защитников Белого дома стало быстро увеличиваться. Создается оцепление. Комендант Москвы генерал-полковник Калинин объявляет в программе «Время» о введении комендантского часа. Спустя час министр обороны России генерал-полковник Кобец отменяет действие комендантского часа, но не ясно, чье распоряжение останется в силе. У нас нет танков, у нас нет самолетов, у нас нет армии, но у нас есть демократическое сознание и уважение к собственному народу. И поэтому мы из этого здания не уйдем. Соответственно, вот такое решение было принято. Значит, практически весь Совет Безопасности остался на местах. Убыл Иван Степанович Силаев, остальные все на месте. Что хотелось бы обратиться к нашим избирателям, гражданам Российской Федерации, всех тех, кто слышит нас. Я думаю, те, кто понимал нас и понимает, эти люди на нашей стороне, на стороне демократических реформ. Те, кто сомневался в этом, вот та ситуация, которая произошла в нашем обществе, еще раз показывает, на что способны вот те сволочи, которые уничтожали государство на протяжении 74 лет, они и сейчас проявились. Но я думаю, это последние всплески и последние, так сказать, укусы вот этой вот змеи, которая все равно будет раздавлена, именно раздавлена политическим способом и демократическими реформами. Но они хотят, вот видите, взять альянс, то вводят, то выводят технику. Если они думают, что они хотят напугать народ, то это зря. И наша задача, правительство Российской Федерации, ваш граждане России, поддержать демократические начала, возврата у нас нет. Или мы начнем жить так, как весь живет цивилизованный мир, или будем по-прежнему называть себя социалистическим выбором и коммунистической перспективой и жить в этом обществе как скоты. Поэтому в этой ситуации надо принимать определенное решение, да или нет. Последнюю осень.
коснетесь руками, уходят в последнюю осень поэты. Их не вернуть, заколочены ставни. Остались дожди и замерзшее лето. Осталась любовь и ожившие камни в последнюю осень. Вы смотрите программу «Взгляд». Трагические события начали разворачиваться около полуночи. В разных частях города была слышна автоматная стрельба. В 20 минут первого по внутреннему радио Верховного Совета России было передано сообщение, что какая-то воинская часть вплотную подошла к Белому дому. Спустя 10 минут БТРами была прорвана передовая часть баррикад. В начавшейся свалке погибли по меньшей мере 3 человека. Бутылками с зажигательной смесью подожжен один из бронетранспортеров. Итак, кровь пролилась. Пучисты перешли роковую черту. Если случившееся способствует сохранению великого государства, если случившееся позволит на последних, ну что ли, этапах развала и крушения сберечь территорию, сберечь полиэтническую мощь, сберечь потенциал для будущего развития, если случившееся предотвратит окончательный крах экономики и нарастающую вражду всех со всеми, ненависть всех всем, то это благо. В здании парламента обстановка напряженная, но далекая от паники. Подразделение подмосковного ОМОНа занимает позиции для обороны. В коридорах возводятся баррикады. Радиостанция Белого дома постоянно в эфире. В 1:30 ночи подразделение ОМОНа, охранявшее здание Моссовета, покинуло свой пост и ушло в неизвестном направлении. Моссовет остался под защитой всего лишь 4 милиционеров. Замолчала радиостанция «Эхо Москвы». С этого момента в Москве работает только одна радиостанция, передающая правдивую информацию о происходящем. Это радиостанция, установленная в Белом доме. То, что лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным, очевидно практически всем теперь. Сложнее другая дилемма – бдительность или благодушие. С одной стороны, в стране имеется многолетний опыт стукачества, с другой – не меньший срок разгильдяйства и беспечности. И вроде бы все нам одинаково дорого. Локальная предыстория. В городе Пензе мне стало известно 7-8 числа, сейчас точно дату сказать не могу, но именно, может быть, даже раньше, что один человек, фамилию назвать я ее не могу, потому что я знаю, как пользоваться оперативной информацией, заявил, что ему стало известно,
о том, что руководитель Пензенской области, фамилии тоже называть не буду, заявил, что Горбачев будет сброшен, что армия за нами, КГБ за нами. Понимая важность этого сообщения, я немедленно позвонил исполняющему обязанность начальника КГБ полковнику Косяченко, дословно ему передал. Он мне ответил, что это не представляет опасности для государства, и они проверять не будут. Я вынужден был сказать, что это уже переворот, это входит в компетенцию органов госбезопасности, и просил ее, чтобы он задокументировал это и соответствующим образом отреагировал. Он мне пообещал, что да, действительно, если это связано с переворотом, они заниматься будут. Не успокоившись, я по международному телефону передал приемную товарища Барбулиса телефонограмму. Текст ее, я думаю, находится у приемной товарища Барбулиса. То есть вначале кричали, не верьте, холостые, они это не посмеют. Стрельба была трассирующими пулями поверх голов, влево, вправо и по центру. А БТРы пытались прорваться со стороны кольца, проехать по подземке за заложенные баррикады. Здесь стояли троллейбусы, автобусы, какие-то машины. Народу вот было много, раз, цепи, да, все много, перед цепи. Баррикадой. И что самое, вот, вперед вышли женщины. Женщины с плакатами, что нет хунти. Вперед, что на женщин не поедут. Не поедут, ждали, да. Что поедут. Мы по поедем Калининскому. В то время, когда они сюда проехали, блокировали вход. Они оказались в ловушке. Один БТР подался назад и поехал в предположенную сторону. У него был накинут брезент. На слеп порезался там в свою машину, прошел вдоль бортов, хотел снять его. Открылся люк, и брезент пытались втянуть туда. И, значит, кто-то влез в эту машину, а его, видно, там убили. Вот. И, значит, задняя дверца была открыта, он освесился с нее. И вот он с ним ездил, наверное, минут 10 тут. Его держали, видать, за ноги или что, потому что голова все время болталась по асфальту. И он раза 3-4, он оттуда проехался туда, разгонялся это самое с этими. Еще кто-то подскочил и хотели вытащить труп. Вот, а был выстрел, этот упал. Вот, и, значит, БТР дал задний ход, и подгусеница прям потянула его. Ну, я видел, стоял прям сбоку. Вот, потом он опять отошел назад, и когда еще раз шел, сначала кинули одну бутылку, а уже ближе, уже несколько штук. Вот, все, он встал вроде. Вот, значит, горел, и выскочил уже экипаж. Выскочил офицер с автоматом. А на перерез ему какой-то человек кинулся схватить. Он его застрелил и сел на еще одну машину. Вспыхнуло так это, ярко, хорошо. Она остановилась. Ну и чем я поразило, как если я правильно понял эту ситуацию, что он просто бросил личный состав. Вот в этой ситуации хорошо было видать, как он выпрыгнул с пистолетом, отстреливаясь, перебежал, там БМПушка стояла вот возле этих самых них. Но тут люди сразу кинулись к нему, солдаты начали в воздух стрелять, это самое. И, короче, он там спрятался, а потом выяснилось, что он вообще исчез. Стрелял только офицер. Солдаты, что я видел, только стреляли в воздух. Этот вот БМП под номером 536, он там руководил, как это потом солдат сказали, майор, но они назвали его фамилию там. Все, он лично руководил этим. Вот тот... Вы не помните его фамилию? Нет, не помню. Там... БМП номер 536? 536. Кто-то сказал, что они пьяные были. Мы подходили, там прапорщик сидел, и солдаты все трезвые вроде были. Там начали уговаривать этих солдат. Все. Но они, во-первых, в таком взвинченном состоянии, как они говорили, им даже не говорили. Что им сказали, они прямо с марша их сюда бросили и сказали, что это просто сделать проходы в баррикадах. Ихняя задача, что там люди, что, как один сказал, даже, мол, и не думали. Но они фактически выглядели в тот момент, как затравленные зверьки. И сколько, по вашим ощущениям, погибло человек? Вот мне так казалось, что 4 человека, вот как в этой суматохе, но потом, как сказали, что 5. Только держи. We'll be right back.
Произошло это потому, что весь тоталитарный режим, который загнал нас в клетки, держится на четырех монстрах. На монстре партии, которая привыкла нас эксплуатировать и считает, что мы быдло, рабы, которые должны на них работать, они должны нами управлять. Во-вторых, армия, которая им принадлежит, КГБ, которая им принадлежит, и оружие для них делает ВПК. У нас с вами ничего нет, кроме счастливых глаз и надежды, и солидарности. Пока мы не поломаем этим структуры, пока я не буду иметь на Лубянке свой институт, который будет красивый, крутящийся глаз, там делать истинное прозрение глаз людей, а не выжимание из них каких-то непонятных, так сказать, сведений, что все они вроде враги, до тех пор ничего не наступит. Пока мы не уничтожим на этой площади, не объявим бойкот нашей партии, не выйдем из нее, и пока эта партия не переименуется из коммунистической в партию гуманистическую, тоже ничего не произойдет. Пока армия не будет сокращена в 3, а может быть в 4 раза и не станет профессиональной, и в нее придут честные профессионалы, а не политиканы, и будут ликвидированы эти идиотские политорганы, которые заставляют стрелять в народ и настраивают солдата на ненависть к своим людям, до тех пор мы опять-таки на грани этого новой болезни. Опять можем ослепнуть. Ваше отношение к Михаилу Сергеевичу Горбачеву? Я считаю, что он, конечно, должен сам прозреть. Я думаю, что он тоже оболванен с самого детства вот этими коммунистическими идеями, как и я был в свое время оболванен. Мы все оболваненные люди, но некоторые прозрели, а некоторые не успели. Думаю, что, может быть, сейчас он начнет прозревать. Я думаю, что он сейчас в той стадии, в которой я был 6 лет тому назад. Может быть, ему удастся до конца своего срока стать нормальным президентом и отдать народу ту собственность, которая принадлежит народу. Отдать те земли, которые должны принадлежать крестьянам. Отдать те фабрики и заводы, которые должны принадлежать рабочим. Сделайте народное предприятие. Вы же обещали в 17-м году. Господа коммунисты, господа функционеры, где же ваши обещания? Я думаю, что он это сделает. Если нет, мы, конечно, тогда должны будем просто выбрать другого президента. Мы, только мы можем решать, плох он или хорош, чем он плох или хорош, а не эта шайка. Это наше дело, наше всенародное дело. Плохо он выбран был, недемократически он выбран был. И все-таки он законный президент. Наше дело давать ему отставку или оставлять его дальше, допустить ли его к новым выборам. Еще одна вещь. Если он не жив, то это пятно на всех нас. Нашей истории только не хватало Чаушеску и такой же трагедии, которая была разыграна в Румынии. Я не хочу думать, что он не жив. И вы знаете, что я никогда не была особым поклонником Горбачева. Хотя я и не была его врагом, но я всегда думала, что я думала, всегда и писала, и говорила. И при нем, и в средствах массовой информации. Но только мы можем с него спрашивать, а не они. Вы смотрите программу «Взгляд». «21 августа. Последний день путча. С утра все вроде бы по-прежнему. Та же техника, на тех же местах. Другие люди. Ночью произошла трагедия. Выбор сделан. В 11:00 открывается внеочередная сессия Верховного Совета России. Ближе к обеду получена информация об отбытии членов незабвенного ГК ЧП в южном направлении.
по поручению сессии Рудской, Силаев и группа офицеров внутренней службы вылетают в аэропорт Бельбек. Задача одна – привести президента. Скромная группа прессы, вылетевшая с вице-президентом, получила дополнение и развитие в нашем лице. Мы воспользовались гражданской авиацией. 23:10 сели в Симферополе и сразу на Бельбек. Разминулись с президентом буквально на минуту, встретили возвращающийся в резиденцию порожний кортеж. Около 2 ночи мы были на милицейском посту на повороте на мыс Сарыч, к месту нахождения дачи президента. Переговоры безуспешны. Сотрудники милиции явно напуганы. Микрофон и при камере ничего. Оставшаяся на даче местная охрана ссылается на неведомый приказ. Съемки также запрещены на всем протяжении 2,5-километровой трассы, проходящей на территории летней резиденции президента. Танков, БТРов и солдат не видно. На рейде, напротив дачи, обычные, как утверждают, силуэты 4 пограничных сторожевиков. И забегая вперед, следственная группа прокуратуры, мы попытались побеседовать с очевидцами. Народный депутат Украины Александр Кондряков был одним из тех, кто пытался прорваться на дачу Горбачева в первые же дни путча. Безрезультатно. Удивительно то, что когда я ехал в Ялту, это было еще в пятницу. Поразило то, что, ну, я довольно-таки часто по этой трассе, это езжу. Поразило то, что как никогда очень много военных людей в военной форме было вдоль самой трассы. То есть вот на подъезде к тоннелю сначала просто была мысль какая, что усилилась охрана тоннеля. Но буквально 2 суток следующие показали, что это далеко было не совпадение, и все это, оказывается, было связано с тем, что произошло в эти дни. С чем мы сразу же столкнулись в Форосе и прилегающих к нему землях, так это с диаметрально противоположной, скажем так, оценкой присутствия дополнительных воинских контингентов в районе резиденции президента СССР. Сегодня с утра было опубликовано заявление президента СССР, в котором сказано, что подходы к его резиденции в течение 72 часов были перекрыты. Ваше отношение к этому заявлению? Я хотел бы сказать, что подобное заявление нас буквально потрясло, ввергло в шок. Почему? Потому что я с полной ответственностью заявляю, что никакой изоляции президента со стороны войск, в частности пограничников, не было. К слову сказать, версию пограничников полностью разделяет и милиция, не решившаяся на интервью. Комендатура или мотоманевренная группа, где служит майор Дегтярев, совместно с 7-й и 8-й пограничными заставами и с морчастями погранвойск осуществляет исключительно важную миссию – охрану подступов к резиденции Горбачева. Последние дни характеризовались для пограничников, непосредственно подчиняющихся на этом направлении начальнику личной охраны президента генералу Медведеву, достаточно серьезными потрясениями. В частности, интересовались, не выдали ли нам оружие. Естественно, мы ответили, что оружие нам не выдавалось, и мы продолжаем нести службу по тому же варианту, по которому несли ранее. Этим интересовались рядовые сотрудники охраны? В данной ситуации они не представляются, звонят и спрашивают. Вот и все. Неподалеку от резиденции находится санаторий ЦК КПСС «Южный». Здесь с 5 по 18 августа отдыхал с семьей один из руководителей хунты, ныне покойный гражданин Пуга. Отсюда утром 19 августа вырвался в Москву помощник президента Шахназаров. Есть много вопросов, которые задал нам Форос. Почему, например, во время отдыха Пуга отмечалась небывалая активность его контактов с представителями советских и партийных органов? Почему при отлете ему вместо полагающейся по рангу чайки из гаража управления делами ЦК КПСС был выделен правительственный ЗИЛ? Почему в считанные часы опустел после начала переворота санаторий, отдыхающие которого в основном партбоссы городского и областного звена в кратчайшие сроки отправились по месту работы? На все эти вопросы, думается, сподручнее ответить следственным группам прокуратур СССР и России. В Москве полночь, и, кажется, появилась первая надежда на то, что это последняя из переполненных болью ночей волнений и тревог в Москве. Вечером 21-го на улицах нет уже БТРов, зато говорят, в Москву летит президент. А город зажил своей обычной жизнью. Последние пассажиры покидают метро, и только кое-где кучки людей, собравшись у костров, ждут наступления утра. Что для вас сейчас самое главное? Я думаю, нужна информация, чтобы знать все. А так слухи, они... Главное, чтобы больше жертв не было. И жертв, чтобы не было тоже. Все так спокойно, чтобы осталось, как началось, все тихо, тихо, спокойно. Ну, чтобы ночь прошла спокойно, чтобы все они решили там между собой наверху. Без всяких кровопролитий, без эксцессов.
Через два часа прилетит Силаев, разбудив дремлющих ополченцев, и молчаливые баррикады расступятся перед его машиной. Какие новости? Вот такие. Ну, говори. Все хорошо, ребят. Все классно. Ништяк. Что будет завтра? Будет хорошо. Завтра? Завтра будет лучше, чем сегодня. А в центре города все удивительно тихо и спокойно. Изредка на пути попадаются случайные прохожие, в окнах домов не гаснет свет. Вы знаете, как после сделанного большого дела какое-то расслабление и какой-то полный разгон мысли. Надо собраться с мыслями, ну, наверное, в первую очередь поспать, потому что две бессонные ночи дают себя знать. А успокаиваться рано все-таки или? Если честно, то мы уже успокоились. Но баррикады у Белого дома еще стоят. Здесь раздают пищу, читают свежие газеты, а на лицах людей улыбки. Я счастлив, что победила Россия, победила свобода. И самое главное, что победил закон. Дело не в Горбачеве, а дело в верховенстве закона. Мы строим правовое государство. Стоит ли успокаиваться? Нет, не стоит. Нужно сохранять бдительность. А самое трудное впереди. Почему впереди? Потому что, знаете, бороться всегда легко. Труднее строить. Наступают будни. Мы все вместе должны строить новую Россию, новый союз, новое свободное общество свободных людей. Будем строить? Будем строить. Мы выстояли. Но до сих пор трудно поверить, что здесь когда-то, совсем недавно, шли танки.